Игрушечные квадрокоптеры научились ловить шарики для пинг-понга. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали программное обеспечение для миниатюрных летательных аппаратов с четырьмя винтами. Благодаря ему квадрокоптеры быстро реагируют на изменения окружающей среды, не врезаются в препятствия и даже способны ловить небольшие предметы. Очевидного практического применения разработка пока не имеет. На площадках для пинг-понга ее использовать не будут. Но это очередной шаг в развитии беспилотных устройств.